А святейший патриарх Кирилл сегодня, в день памяти обретения честных мощей святого преподобного Сергия Радонежского, возглавил богослужение в Свято-Троицкой лавре, основанной игуменом земли русской. Святой Сергий, прожив жизнь в уединении, в скромности, в отдалении от мира в этой обители, которая в то время была отдалена от центров общественной жизни непроходимыми лесами, плохими дорогами, находясь в тишине, в покое и в молитве, воссиял тем светом, который озарил всю Русь. И это не просто метафора, это был свет мысли, молитвы, слова, свет убеждения. Свет, который источал преподобный Сергий, не пресекся с его жизни. Он источается ныне от его многоцелебных мощей, от этого святого места и распространяется на всю Русь и далеко за ее пределами, сказал патриарх Кирилл за всеночным бдением. По традиции, праздничные архиерейские богослужения в канун Дня памяти преподобного Сергия были совершены во всех храмах, основанной им обители. Торжество отмечает сегодня и в Уральской обители святых царственных страстотерпцев, что на Ганиной яме. У одного из семи монастырских храмов церкви в честь преподобного Сергия Радонежского сегодня престольный праздник. Монастырь царственных страстотерпцев на Ганиной яме был основан в декабре 2000 года. В течение 3 лет после закладки первого камня в основании обители здесь было построено 7 церквей по числу членов царской семьи, погибших в 1918 году от рук большевиков. Только вчера в обители встречали главный монастырский праздник – День святых царственных страстотерпцев. С насельниками торжество печальное и вместе с тем радостное, торжество жизни и светлой памяти над забвением встречали около 70 тысяч богомольцев. Все они пришли на Ганиную яму крестным ходом из Екатеринбургского храма на Крови. Сегодня в обители встречают другое торжество – День памяти молитвенника земли русской святого Сергия Радонежского. Есть на территории монастыря церковь и в честь этого великого русского святого. Накануне наместник обители архимандрит Пимен Одарченко совершил в храме во имя преподобного всеночное бдение. Укрепление и благословение святых царственных страстотерпцев и всех новомучеников и исповедников российских всем нам с праздником!